космический корабль вышел на орбиту. Космонавты в нем испытывают состояние невесомости. Невесомость. Что это такое? В каких условиях она возникает? Человек прыгнул. Во время полета на него действует лишь сила тяжести. Взаимодействия с другими телами нет. Человек находится в состоянии невесомости.
полетов не предстояло человеку. В космосе его всегда будет встречать невесомость. Космонавт может покинуть корабль.